Всем-всем-всем привет! Пойдемте смотреть новую ратушу. Во-первых, она в событии сейчас, как обычно, открывается колесо процветания. Но, как обычно, мы будем ее смотреть для донатеров. Потому что нам она не светит. Честно скажу, за 4 звезды, которая обычно дается, она, ну, не очень такая. То есть, вот она вот так вот выглядит, ваше дерево какое-то облезлое, беспонтовенькое. Вот так вот выглядит в городе, ночью вот так вот. Да, вроде бы ничего интересного, все. Откидываем, сразу неинтересно. Но вот эта ратуша, это прям топчик. Начнем с города. Смотрите, как она красиво смотрится в городе. Вот это вот сердечко, которое по контуру. Оно божественно. Днем оно еще может быть не так и шикарно, а ночью прям вообще подсветочка шикарная. И посмотрим на удалении. Вот оно, с сердечками, ратуша. Вокруг дерева сердце. Днем то же самое. Вот, вот оно божественно как смотрится. Посмотрите на это. Вот реально, для дня Святого Валентина прям вот топовая ратуша. Ну, ее получат единицы, и когда-нибудь, через сколько-нибудь месяцев, ее можно будет купить за 15 тысяч штучек. Но так она реально, посмотрите, как она хорошо смотрится. Прям нарадоваться не могу. Мне в темноте она нравится, как у него контур, конечно, смотрится. Ну, и в городе тоже шикарно смотрится. В общем, ратуши ставим зачетные 5 баллов.